Всем привет, друзья, вы в канале Ниндзя Бро, и мы начинаем. Сегодня я уже возвращаюсь в Тирасполь. Я пока что еду на поезде, скоро мы будем пересаживаться на другую ветку и ехать уже в аэропорт на поезде. Я еще вам покажу, как мы будем в аэропорту. Короче, вот это вот море. Куча камней. А так вот тут у нас все красиво. Точнее, в Испании. Вот там вот сейчас. Вот там вот чуть-чуть винные кораблики. Камушки такие вот, мелкие, крупные. Вот такой вот тут у нас поезд, там сидит машинист. Надо было сразу определяться. Тут у нас пляж голых людей. Я его так называю. Сейчас будет, наверное, пересадка, а я, честно, не знаю. Ладно, ребятки, мы на этом будем заканчивать. Я еще сделаю вторую серию. На этом мы будем заканчивать. Вы были на канале Ниндзя Бро. Всем пока-пока.